круче. Все. Друзья, всем привет. Хочу вам показать, как поймать петуха или курицу на улице. Чтоб не бегать за ней вот так вот руками, растопырив полдня. Вот. Простое приспособление. Вот такая вот проволочка. Ну, примерно, наверное, шестерка проволока. Вот такой вот конец. Вот. Очень хорошо работает. Подходишь. И вот, сыпанул им там кукурузки. И раз так за ногу. И безболезненно. И хорошо получается. Вот я сейчас поймал петушка, к нам приедут. Мы поменяем его на курочку-несушку. Красавчик петух. Такой хохолок у него прям. Вот я его сейчас поймал. Сейчас люди приедут. Вот такой вот молоденький петушок. А вот так она работает. Вот это вот, покажи сюда. Вот так она зацепляет. И тянешь просто на себя птицу. Безопасно, безболезненно. Ну все, ну все. Все. Ну все, все. Все. Ну, ладно, в интернет тебя выложить, Петя. Ну все, ребят, всем привет, всем удачи. Деревня на связи.